Друзья, всем привет! Сейчас я вам хочу показать вечную BMW. Да, кто-то сейчас скажет, что для них BMW кончилась на кузове E39, кто-то на E53, а кто-то говорит, что BMW только сейчас начали для них делать нормальные автомобили. И этот настоящий баварец не оставит вас незамеченным в потоке, и несмотря на его как раз-таки непримечательные технические характеристики, мне нравится этот автомобиль. Давайте сейчас просто на нее посмотрим и насладимся ею. Этот кузов вышел впервые в 2003 году и вызвал очень много вопросов. Ну, естественно, как обычный новый автомобиль вызывает также много вопросов. С 2003 по 2009 выпускался этот кузов E60, в 2007 был рестайлинг, и после рестайлинга автомобиль начал выглядеть реально красивее. Вот в таком исполнении он мне очень нравится. Что касается нашей же машины, это 2009 год, естественно, рестайлинг, и это одна из последних моделей, которая выпускалась. После небольшого перерыва в 2010 году представили кузов F10, уже следующий. И несмотря на все ее недостатки, она остается мечтой реально миллионов. Давайте теперь разберемся с целевой аудиторией, так сказать, этого автомобиля. Эти машины покупают либо те люди, которые понимают, что этот автомобиль нужно обслуживать регулярно и качественно оригинальными запчастями, либо нет. И у людей, которые это не понимают, если что-то ломается, то они думают, что ай, да и так пойдет, и так поездит. Но на самом деле нет. Этот автомобиль всегда требует внимания, очень хорошего внимания, и, в принципе, отплачивает вам тем же. Комфортом, хорошей управляемостью и еще много факторов очень положительных. Ведь в ней даже масло меняется в коробке вместе с поддоном. И как рекомендует дилер BMW по всему миру, менять масло во всех двигателях, которые устанавливаются на этот кузов, каждые 20 тысяч километров. Но на самом деле нет. Если вы, конечно, хотите, чтобы машина прослужила вам долго, отслужила вам, так сказать, верой и правдой, и не превращать ее в одноразовую, тогда лучше масло менять каждые 7-10 тысяч километров. Это норма. Я не понимаю, кто эти люди, которые говорят, что этот автомобиль некрасивый. И я не знаю такого ни одного человека. Ведь даже в такую погоду, когда мы только выехали с мойки и проехали несколько километров, и автомобиль уже весь грязный, он выглядит просто неотразимо. Ну, давайте теперь поговорим и про багажник. Багажник здесь объемом 520 литров, и вы сюда можете, в принципе, разместить все, что угодно. Честно, когда я его открыл, он поразил меня только длиной. Ведь они его могли немножко уменьшить и добавить немножко места для задних пассажиров. А, в принципе, на какую-то его невместительность или, может быть, узкий проем жаловаться точно уж не приходится. Здесь есть у нас небольшая сеточка, чтобы что-нибудь сюда положить. В принципе, она будет держать это отлично. Под полом у нас докатка фирмы H-Continental и все, что необходимо для замены колеса. Давайте теперь посмотрим на сокровище, которое таится у нас под капотом на нашем автомобиле. Это у нас 2 литра, 156 лошадиных сил и 200 ньютон-метров. В принципе, если за этим двигателем регулярно, грамотно следить, менять все прокладки, сальники и фильтра, этот двигатель можно довести до полумиллиона и смело называть миллионником. Аккумулятор у нас в багажнике, все действия с прикуриванием этого автомобиля можно совершать вот здесь вот. Здесь все открывается и, в принципе, все легко. В принципе, что еще сказать? К 100 тысячам пробега могут еще полететь ступичные подшипники, но это как расходник, это к расходнику можно отнести. Хочу сказать, что на этот автомобиль устанавливалось огромное количество двигателей, начиная с нашего 2-литрового на 156 лошадиных сил и заканчивая самым мощным 4,8 на 367 лошадиных сил. Хоть и наш двигатель разгоняет автомобиль до сотни меньше, чем за 10 секунд, вы представьте, 2 литра разгоняют вот этот автомобиль, так сказать, премиум-класса меньше, чем за 10 секунд, это очень хороший показатель. А что будет на двигателе 4,8?
Возможно, он не самый надежный, но вот наш 2-литровый, это реально проверенный временем вариант. И это мы еще с вами не говорим об М5. Там вообще ОС-10 установлено, что-то просто нереальное. Главные проблемы, которые еще у вас могут быть возникнуть к 100 тысячам пробега, кроме ступичных подшипников, это рулевая рейка и свечи зажигания. В принципе, как таковых болезней этого автомобиля или каких-то основных болячек нету. И просто нужно за ним регулярно следить. И это относится ко всем двигателям на этом автомобиле. Это не Toyota, которая будет вам служить верой и правдой, вне зависимости от того, что вы с ней делаете вообще. Это BMW. Она, даже если вы будете сдувать с нее пылинки, она всегда будет требовать к себе внимания. Это капризный немецкий автомобиль. Не сказать то, что у него есть какие-то определенные болячки или болезни, но за ним просто нужно регулярно следить. Для каждого немецкого двигателя к пробегу 100-150 тысяч километров возможны подтеки масла. Они начинаются где-то с конца двигателя, ближе к началу, и их легко, в принципе, отследить. Легким движением руки, в принципе, закрывается капот без всяких либо проблем. И теперь давайте поговорим про вообще, в общем, про автомобиль. Он выполнен с развесовкой 50 на 50, и они добились этого результата из-за того, что вся передняя силовая часть автомобиля выполнена из алюминия. И это было сделано для того, чтобы автомобиль идеально управлялся. И кажется, что если автомобиль идеально управляется, значит, он должен быть очень жестким. Но вот сейчас мы ехали на место съемок, автомобиль очень мягкий, пробить его подвеску сложно на самом деле. Могут возникнуть вопросы только к низкому клиренсу. А в принципе все. Автомобиль реально комфортный, очень тихий. И на удивление двигатель 2 литра на 156 лошадиных сил хватает. И в принципе никаких минусов, придраться в нем к чему-то, ну, нельзя. У нас одна из простых комплектаций. У нас нету вот этих вот адаптивных амортизаторов. У нас задний привод и нету этих адаптивных амортизаторов. Потому что если вы адекватный человек, я думаю, они вам и не нужны. Потому что вы же не собираетесь на ней так гонять, чтобы эти как раз-таки амортизаторы и работали. То есть объясняю сейчас суть их работы. Когда вы вваливаетесь в поворот, эти амортизаторы начинают вас выравнивать. И создается минимум кренов. Хотя и этот автомобиль кренится просто по минимуму. Опять же, развесовка 50 на 50, идеальная управляемость. Так как передняя часть автомобиля выполнена из алюминия, из-за любого фронтального удара возникают проблемы по кузовному ремонту этого автомобиля. Даже если вы плохо разбираетесь в автомобилях или вообще не разбираетесь в автомобилях, вы сразу заметите, что с ней что-то не то, и она получала удар во фронтальную часть свою. И это сразу заметно. И это тоже, не сказать, что это проблема, но установить после удара автомобиль в кустарных условиях очень сложно. Даже дилеры с этим не всегда справляются. Плюс этот автомобиль, как любой немецкий автомобиль, имеет сложную электрику, ну и в принципе с ней тоже никаких проблем, если опять же регулярно все обслуживать. Хозяин тоже говорит, что никаких проблем он не наблюдал. И если все это исправно, как на нашем экземпляре, то владение этим автомобилем превращается реально в кайф. Вы просто кайфуете автомобиль от того, как он выглядит, как едет, и вам больше в принципе ничего не надо, потому что вас все устраивает. Ведь чем проще автомобиль, тем более немецкий автомобиль, тем дольше он вам прослужит и будет вас только радовать. А в салоне нашей BMW сейчас тепло и уютно, тем более вот в такую погоду. Вот с виду она вся такая здоровая и премиальная, но куча всяких премиальных функций и регулировок есть только для переднего ряда, то есть для водителя и пассажира переднего. У нас такая простенькая комплектация на обычных крутилках, но здесь, в принципе, есть все для повседневной жизни. На чем вы, собственно, можете сэкономить? То есть за климат вы здесь не доплачиваете. Здесь есть те же самые функции. Кондиционер, печка дует отлично и все такое. Есть здесь такой прикол. Здесь две кнопки открывания багажника. Я не знаю, зачем они это сделали. Одна находится вот здесь, а одна под ногой, где, собственно, и открывается капот. Но эта кнопочка открывает багажник. И зачем они это сделали, когда еще можно открыть багажник с кнопки, которая находится на самом багажнике, и с ключа?
не знаю, подлокотник, который открывается, у него одна часть, вторая часть, наверное, не открывается, по крайней мере, мы не нашли, как она открывается. Джойстик управления системой iDrive, и так как у нас рестайлинговая версия, у нас уже установлен джойстик переключения передач, а не обычный селектор, как на дорестайлинге. Аварийка, центральный замок, интуитивно понятно, у нас регулируются дефлекторы, такая здоровая консоль на самом деле, и как-то по-старомодному утоплен туда сам монитор. Мультируль, маленькие переключатели поворотников и дворников, автомобиль у нас заводится с кнопки, но тем не менее ключ нужно вставить в сам разъем, без этого автомобиль не заведется. И обычная BMW-шная приборная панель, информативная, без каких-либо вопросов, придираться к ней, конечно, грех. Слева блок управления фарами, и весь этот полный электропакет теперь тоже немного утоплен вниз, так как у нас рестайлинговая версия. В дорестайлинге этот блок был расположен чуть вертикальней, и, собственно, рассказывать-то и больше нечего. Комфортно, удобно, уютно, много всяких полочек, прикуриватель, сюда отлично встает телефон, и вообще, ну реально, не к чему придраться. Все такое мягкое, прям проминается, и ничего не скрипит, не... вот об этом вообще забудьте. Давайте теперь поближе познакомимся с системой iDrive. И хочу сказать то, что основное управление даже музыкой находится у нас именно в системе iDrive, через систему iDrive. Потому что здесь у нас расположено только управление громкостью, переключение каких-либо каналов и сам дисковод. Ну а давайте теперь рассмотрим его. Вот оно главное меню системы iDrive. Если вы джойстик пошатнете вниз, то мы переместимся в блок управления магнитолой, возвращаемся обратно в меню. Влево это у нас управление климатом, в меню OBC это у нас, так сказать, общий бортовой компьютер. И последний раздел Communication. Здесь вы можете увидеть номера СТО. Если у вас что-то случилось, вы можете позвонить по этому номеру. Также здесь можно посмотреть, сколько осталось, например, до замены масла, до замены колодок и все вот в этом роде. В принципе, очень удобная система. Также снизу у вас расположено еще название радиостанции, время и все остальное. Про задний диван много говорить не буду, но его прям хочется назвать диваном из-за этой вот прям широкой спинки. Она аж до двери доходит. Ну давайте теперь присядем. Сажусь, и вот такое ощущение, что я прям утоплен вниз. Именно из-за этого, наверное, у меня есть еще и место перед ногами. Сижу сам за собой, и есть еще такие выемки в переднем сидении. Есть кармашки кожаные, и сзади есть AUX. Сзади. Зачем он сзади, тоже непонятно. И целых две розетки на 12 вольт. Это не прикуриватели, это именно розетки. Два дефлектора, высокий тоннель. И есть у нас подлокотник. Такой здоровый и с одним бардачком. Ну, наконец-то я дождался того момента, когда я сяду за руль этого автомобиля. Во-первых, очень комфортно. Вот, казалось бы, машина должна хорошо управляться. Она на самом деле хорошо управляется, сразу следует за рулем. И она должна быть жесткой, да, по идее, но на самом деле нет. Каждую кочку автомобиль сгладывает настолько мягко, что, ну, реально, радуется душа от этого. Потому что вы едете в автомобиль, который стоит 630 тысяч рублей. И ему по комфорту равных просто нет. Если опять рассматривать какого-нибудь старого немца, это будет опять какой-нибудь Mercedes, например, его главный конкурент. И, например, болячки будут одни и те же, по деньгам будет выходить одно и то же, и, ну, вы просто не почувствуете разницу. Если бы я, например, выбирал между этими двумя автомобилями, Mercedes и BMW, я бы выбрал только этот вариант. Это вот реально, я честно говорю, выбрал бы только этот автомобиль. И хотелось бы еще отметить из плюса, из таких комфортных опций, это датчик дождя. Реально очень удобная вещь. Вот в плохую погоду, сейчас у нас в принципе ясно, вот в плохую погоду вы включаете, просто нажимаете на кнопочку, и щетки, дворники сами чистят. То есть он здесь работает без всяких глюков или подобного чего-то. Реально очень приятно. Ничего здесь не надо дергать, и за вас все делает сама машина. Потом хотелось бы отметить очень маленький угол разворота. То есть вот сейчас мы будем с вами разворачиваться, и я бы хотел отметить то, что это, наверное, единственный автомобиль, в котором я понимаю, что до заднего препятствия остается там считанные сантиметры благодаря заднему зеркалу.
которая находится слева от меня. Я как-то, ну вот реально, на других автомобилях я такого не замечал. Отличная шумоизоляция. Отличная шумоизоляция. Этим всегда немцы отличались. Мы едем очень тихо. Даже двигатель на самых высоких оборотах не слышно. Ну, слышно просто по минимуму. Отличная музыка, которая устанавливалась даже в базе. И при этом всем вы можете войти в отличный занос и в то же время выйти из него. Потому что задний привод, зима, снег. И я думаю, вы поняли, о чем я сейчас говорю. Кстати, легкий руль. Он не присущ, конечно, BMW, но на удивление он реально легкий. Даже в парковке он остается легким. И вот только это удивило. Все считают то, что BMW должен быть каким-то спортивным автомобилем, который должен только жарить и все такое. Но этот автомобиль пример тому, что BMW не обязательно какие-то спортивные и зажигательные машины. На BMW можно ездить спокойно, наслаждаться комфортом. И, в принципе, все. И, тем не менее, вы не останетесь незамеченным в потоке, потому что вы... На вас все смотрят, на ваши ангельские глазки, на ваш шикарный черный цвет, и вам больше ничего не надо. Единственный минус, который вот именно для меня, я думаю, это маленький клиренс, но и к этому можно привыкнуть. Здесь установлен автомат от компании ZF, шестиступенчатый, с механическим режимом. И также здесь могла устанавливаться шестиступенчатая механика. Шестиступенчатая механика, кстати, на российских рынках не очень популярна, и она больше популярна на европейских. А можно еще в занос попробовать войти с места. И все на этом закончить. Как интересно. Может, не будешь пробовать спрятаться? Почему? Как бы нет снега. Приятно в этом автомобиле на самом деле все. Ехать на ней, управлять ею, любоваться ею. Ну, посмотрите, какая она красивая на самом деле. Эти ангельские глазки, плавные линии, на самом деле это все сводит с ума. Самое главное то, что вы едете на автомобиле, который был на вес золота в 2003 году, когда только вышел, сейчас не самый-то и простой. И через несколько лет войдет в историю. Его простые агрегаты нашего именно экземпляра не обязывают вас к чему-то. И... На самом деле, другие комплектации этого автомобиля, которые чуть посложнее двигатель. Есть уже, например, адаптивные амортизаторы. Там уже совсем другое обслуживание и совсем другие проблемы могут быть. Ну вот, в принципе, и все. Это было чисто мое мнение об этом автомобиле. Спасибо, что досмотрел до конца. Подписывайся на канал, поставь лайк, поддержи меня большим пальцем. Напиши свой отзыв, добавься в группу ВКонтакте. Я отвечу на любой вопрос в группе ВКонтакте, если ты напишешь в личные сообщения. Ну и все. Пока.